сделать лучше любимое место в городе. С таким настроем в субботу куряне пришли в парк Дзержинского. Экологической акцией завершают месячник благоустройства в регионе и делают это с душой. Я живу рядом, и каждый вечер я прогуливаюсь по этому парку, поэтому для меня это очень важно. Вот, вырасту, буду ходить сюда со своими детьми, показывать, что это я сажала деревья вместе с ребятами. Участие в озеленении парка принял и губернатор Роман Старовойт. В экологические акции глава региона включается регулярно, еще чаще их инициирует. Что-то у нас зрители больше, чем работники. Зрители нужны, отходите в сторону. Все, спасибо, ребята, давайте, работаем. Молодые деревца регулярно высаживают взамен больных и аварийных. Чтобы саженцы прижились, за ними будут ухаживать городские службы. Кстати, то, что сажаем большие локации, мы проверяем. Вот, допустим, на КСТЗ сажали сосны 15-20 сантиметров. Схожесть примерно 85%. То есть то, что не засохло, продолжает расти. Поэтому и здесь будет расти. Помимо парка Дзержинского, работы по озеленению планируют провести и в Казачьем лагу. В целом в городе только за субботу высадили порядка 2500 деревьев. Екатерина Комарицких, Максим Леонов. События дня.